Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре в среду. Сегодня мы поговорим о, наверное, самых главных наших двух органах, от которых напрямую зависит не только наше здоровье, но и наша жизнь вообще, без нормальной работы которых жизни не бывает. То есть, которые непосредственно и создают нашу жизнь. Это сердце и мозг, головной мозг. Об этом мы сегодня будем говорить. Ну, естественно, разберем основные проблемы с этими органами, поговорим о том, как предупредить их развитие, вот, и коснемся не только сердца, но и сосудов, да, потому что здесь сердечно-сосудистая система, да, поэтому это важно как бы вместе разбирать. Вот. И, конечно же, поговорим о головном мозге, о том, какие основные заболевания бывают и как их предупредить и лечить. Сразу хочу сказать, что, как вы, не знаю, кто уже не первый раз пришел, уже знает, что я в основном стараюсь давать информацию в том ключе, как человек сам может в себе помочь. То есть либо самостоятельно предупредить развитие заболевания, либо самостоятельно убрать это заболевание. Вот. Поэтому про те моменты, когда человек сам себе помочь не может, я говорить не буду, потому что смысла нет сотрясать воздух, если человек не может себе помочь, чего тогда об этом и говорить. Да? Вот. Поэтому мы разбираем именно все в контексте того, как человек сам может помочь себе в каких-то сложных ситуациях, в каких-то болезнях. Ну, как обычно, организационные моменты, что задержка трансляции будет, там 20-30 секунд, запись будет доступна тем, кто зарегистрировался. Вот, ну и, конечно, постараюсь по возможности, на что знаю, на вопросы ваши ответить. Продолжительность вебинара будет где-то в пределах половины пятого, до пяти, примерно около полтора-два часа. Вот, ну и, естественно, как бы лучше смотреть с большого экрана. Теперь пару слов о себе для тех, кто, может быть, пришел к нам сегодня первый раз, кто меня еще не знает. Зовут меня Божлев Евгений Николаевич. Я бывший военный врач, заканчивал в 1984 году военно-медицинскую академию, факультет подготовки врачей для авиации и космонавтики. Вот. И с тех пор всю жизнь занимаюсь вопросами здоровья. Еще будучи в интернатуре по неврологии, я обратил внимание на то, что на самом деле наша медицина какая-то очень лукавая, вот, и совершенно никого не лечит. Вот. И когда я это увидел, я начал искать какие-то альтернативные способы помощи людям, как людей лечить. Потому что увидел, что то, чему меня учили, как меня учили лечить, это не работает совершенно. Вот. Ну и вот с тех пор уже больше 38 лет занимаюсь вопросами здоровья. Конечно, за это время накопил огромный-огромный опыт. Много чего узнал сам, и этот опыт, естественно, стараюсь дать людям, поделиться им с людьми. Вот, написано уже там десятка-полтора книг, где я рассказываю про то, как быть здоровым, как избавиться от каких-либо проблем в своем теле. Четыре канала на Ютубе выкладывают мои ролики о том, как быть здоровым. Это канал «Исцеляйся сам», канал «Тайны гармонии», канал «Здоровые люди» и канал «Здоровый ребенок». Вот. И, кроме того, в онлайн-режиме в интернете работает школа здоровья Евгения Божьева, где тоже выкладываются вот эти мои знания. Вот мы несколько раз в год специально записываем новое, что-то, что я узнаю за это время, и дополняем то, что уже выложено в школе здоровья. И, конечно же, в школе здоровья работает такая замечательная форма работы и подачи знаний, как клуб школы здоровья. Тоже рекомендую зайти посмотреть. Вот, ну, тем, кто не знает, я в конце нашего вебинара немножечко расскажу. Вот, и расскажу о тех
о подарках, которые мы вам сегодня сделаем, тем, кто пришел на наш сегодняшний вебинар. Вот. Что еще? Еще у меня работает в очном уже режиме два центра. Один центр в Анапе, другой центр в Москве. Кто хочет записаться, пожалуйста, может в очном режиме попасть туда. Телефон администратора в Анапе 8-988-351-4554. Телефон администратора в Москве 8-926-142-15-42. Пожалуйста, еще хочу сказать, что в следующем году планируется открыть еще два центра. Один в Сочи и один в Санкт-Петербурге. Вот, вот так потихонечку развиваемся, развиваемся, развиваемся. Так что вот тоже можно будет туда приходить уже тем, кто поближе там где-то живет. Вот. И для тех, для в основном для москвичей и тех, кто рядом с Москвой живет, хочу сказать, что осталось еще пару мест на выездной курс. То есть мы с 21 по 23 августа планируем центром, московским центром, вместе с людьми, с теми, кто хочет, кто захотел к нам приехать, выехать в Владимирскую область на такой выездной курс. Там будут и оздоровительные сеансы, там будет и обучение, учеба, там будет много-много-много всего интересного. То есть мы там 3 дня будем жить в деревне, возле пруда, купаться, обучаться и общаться. Вот, вот такой интересный будет курс 21 по 23 число. Пару мест еще осталось. Если кто-то захочет, пожалуйста, вы можете обратиться к администратору, к московскому администратору Московского центра. Вот, она вас может записать еще. Вот. И кроме того, еще хочу напомнить, что две мои дочери тоже уже прошли обучение по работе по моей методике и начали прием. Одна Надежда в Краснодаре, ее телефон 8-964-901-9967. Вот. И вторая Елизавета в Ставрополе, ее телефон 8-905-44-37-068. То есть можете, кто находится в этих городах или где-то рядышком, удобнее, можете к ним обращаться, они тоже работают по моей методике. Вот, дорогие друзья, что я хотел сказать о себе. Вот, ну и теперь давайте непосредственно перейдем к теме сегодняшнего вебинар. Вот. Но сначала поговорим про сердечно-сосудистые проблемы. Да? Мы в прошлый, нет, не в прошлый, в позапрошлый вебинар уже начали говорить, когда у нас была плохая связь, отказала связь, но я уже начал рассказывать как раз про сердце, рассказал про то, что основные проблемы с сердцем, которые мы можем сами убрать и решить, вылечить свое сердце от этих проблем, развиваются путем ишемии, то есть недостаточности притока крови к сердцу. Это вызывает такие заболевания, как стенокардия, то есть острый приступ ишемии, недостатка притока крови к сердечной мышце, вот, когда возникает боль за грудиной. Вот, и это вызывает инфаркт миокарда, то есть сердечные мышцы, то есть острая недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы. Вот. Соответственно, и то, и другое возникает из-за недостатка энергии. Почему? Потому что кровь на уровне нашего физического тела – это энергия. Энергия на уровне физического тела – это кровь. Где будет хорошее энергоснабжение, там будет хорошее кровоснабжение. Где будет недостаточно энергии, там будет недостаточный приток крови. Вот так наше тело устроено. Как помните, любой автомобиль для того, чтобы куда-то поехать, его нужно заправить бензином. Да? Даже если совершенно новый, свежий, вчера только с конвейера автомобиль, но вы не зальете в него бензин, никуда он не поедет. Вот все в мире построено на энергии. И наше тело тоже не является исключением. Поэтому самое-самое-самое главное, чтобы любой наш орган работал, требуется энергия.
Вот. А реализуется это все через кровоснабжение. Поэтому, соответственно, для того, чтобы не было инфаркта, не было стенокардии, нужно в первую очередь, самое главное, чтобы была в этом месте энергия. Вот. Вот, как это делается, чуть-чуть попозже расскажу. Вот. И второй момент, который вызывает... Который, то есть вторая проблема, которая часто бывает связана с сердцем, это нарушение ритма всевозможные. Да? Вот, вы знаете, бывают нарушения ритма выпадения систолы, то есть сокращение, то есть сокращается, 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 потом раз, перестало сокращаться, потом опять начало сокращаться. Вот, называется выпадение систолы. А бывает аритмия в виде экстрасистолии, то есть дополнительного сокращения. То есть сокращается, сокращается, сокращается. Раз, раз, два раза сократилось, и опять нормально. Вот. То есть вот такое. И то, и другое, естественно, нарушает нормальную работу сердца, нарушает ток крови и так далее, и так далее. Соответственно, это, собственно, и есть заболевание. Причиной всевозможных аритмий всегда, может быть, несколько причин, как правило, несколько причин, но всегда участвуют две вещи. Первое – это напряжение брюшной аорты. Это, ну, помните, сердце, из сердца кровь выбрасывается в аорту. Да? Сначала дуга аорты, а потом аорта идет вот так вниз, в брюшную полость, потом разветвляется, называется бифуркация, на две бедренные артерии. И идут уже идут эти Все появилась связь, все нормально. И второе, что может быть, это слабость самой мышцы сердца. Да? То есть вот сердечные, любые какие-то проблемы, которые нарушают нормальную способность сокращения, сократительную способность сердца, все это тоже может способствовать возникновению вот этих аритмий, нарушения сердечных ритмов. Соответственно, как от этого избавиться? Ну, в первую очередь, то, что восстановить, расслабить брюшную аорту, делается это с помощью висцерального массажа. Если вы сами умеете, вы можете это сделать сами. Если нет, то нужно обратиться к висцеральщику, то есть к специалисту висцеральной медицины, который умеет работать с животом, чтобы он расслабил. Брюшная аорта обычно не вредный орган, то есть она расслабляется обычно буквально за один раз, то есть достаточно один раз ее расслабить, и надолго это расслабление сохраняется. Ну, там полгода, полгода она остается в расслабленном состоянии. То есть не нужно там неделями, там, десятками дней ей заниматься. Достаточно одного раза, обычно так. И надолго хватает. Каждый месяц тоже не надо ее трогать. Вот. И второе, это вот, я говорю, восстановить, накормить мышцу сердца. Да? Часто очень бывает, что не хватает питания, то есть там две, либо кровоснабжение, то есть крови мало поступает, да? Либо кровь не приносит достаточное количество питательных веществ. Если кровь не приносит достаточное количество питательных веществ, то здесь можно помочь с помощью зеленой водички. Помните, мы с вами говорили, что
У нас очень много полезных питательных веществ, и кальций в хорошо усваиваемой форме именно в зелени. Да? Это может быть трава, это может быть листва, это может быть хвоя. То есть все, что зеленое, растет, пожалуйста, растительного происхождения, все это можно использовать. Пошли в экологически чистое место, где-нибудь там за город, нарвали травки в поле, насобирали пакетик, вот, и по жменьке этой травки каждый день берете, размалываете блендером в однородную кашу, заливаете стаканом воды, взбалтываете, отжимаете. Жмых можно выбросить, а вот эту зеленую водичку выпиваете. Вот в ней будут все микроэлементы, которые вам нужны. И плюс еще кальций в хорошо усваиваемой форме. То есть для тех, у кого остеопороз, у кого плохо работают яичники, потому что яичники как раз именно из-за плохой работы яичников остеопороз и возникает. Да? То есть вот это все, если делать там каждый день, выпивать по стаканчику зеленой водички, вот это будет прекрасно. И таким образом вы и сердце свое тоже буквально за пару месяцев можете поддержать, подпитать и восстановить нормальную его сократительную способность. Ну и возвращаемся опять-таки к энергетике. Второй момент, когда не хватает крови, то есть недостаточный приток крови к сердцу. Что нужно сделать? А здесь нужно сделать одну простую вещь. Нужно активировать энергетику. Да? Вот вообще нужно сделать две вещи, даже не одну. Но начать с активации энергетики. Да? То есть, помните, мы говорили, что энергию наше тело получает не из пищи, энергию наше тело получает через энергетические центры, ну, на Востоке их называют чакрами. Соответственно, мы солнечную энергию получаем через эти центры. В них она преобразовывается, трансформируется в нашу жизненную энергию. Да? И вот эта наша жизненная энергия, вот, уже за счет нее мы и живем. Вот. Так, соответственно, энергетический центр, который снабжает энергией сердца, находится вот как раз в области сердца. Да? Если, что, то есть нужно его активировать. Из руки энергия выходит вот из ямочки в серединке ладошки или с кончиков пальцев. Можно вот так ямочкой по часовой стрелке покрутить этот центр, а можно вот кончиками пальцев вместе сложили их в пучок и вот так вот. То есть вот так поактивировали 50, 100, 150 раз. Или вот так вот, только быстро, да, достаточно интенсивно. И по часовой стрелке. По часовой стрелке это вот ваше тело циферблат, стрелочка идет вот в этом направлении. Обращаю внимание, что вы видите картинку изображения наоборот. Да? Поэтому вот представьте себе, ваше тело циферблат, куда идет стрелочка? Вот, у меня, я на себе показывал, у вас видно все наоборот, совсем в другую сторону. Вот. Поэтому сразу предупреждаю, по часовой стрелке, если ваше тело циферблат. Это принципиально важно. Почему? Потому что если вы будете делать в обратную сторону, вы будете не активировать энергию, а наоборот тормозить ее, вот, то есть уменьшать. Соответственно, сделаете не лучше, а хуже. Вот это принципиально важно. Вот. То есть таким образом вы сможете активировать энергетику, соответственно, таким образом вы сможете улучшить, усилить приток крови к сердцу. Вплоть до того, что даже приступ стенокардии снимается вот такими движениями за 20-30 секунд. Без всяких лекарств. У меня уже много людей звонили и восторженным голосом рассказывали, как они у себя сняли приступ стенокардии. Вот, говорят, я не верил, как это так, а вот поделал вот так и все, стенокардия прошла. На самом деле это все работает, независимо от того, верите вы в это или не верите. Почему? Потому что это физика. Это не какая-нибудь там метафизика, эзотерика, это чистой воды физика. Энергия – это физическая субстанция. Вот. Поэтому здесь вот оно все гораздо проще. Вот. А то есть вот таким образом вы можете восстановить приток крови к сердцу. Вот. Ну, насчет... А, еще не сказал, что бывает еще одна форма аритмии, которая называется пароксизмальная тахикардия. Причиной пароксизмальной тахикардии является напряжение мышц шеи. Почему? Потому что здесь проходит нервус вагус, блуждающий нерв, который иннервирует наши внутренние органы и сердце в том числе. Именно при его передавливании
вот здесь вот в области шеи, боковыми мышцами шеи, как раз и происходит приступ пароксизмальной тахикардии. Соответственно, убрать этот приступ, да, или предотвратить его можно просто банальным расслаблением боковых мышц шеи. Ну, помните, посмотрите, у меня есть в Ютубе, показываю, как эти, делать растяжки. Ну, вот боковая поверхность шеи вот таким образом растягивается, да. Ну, посмотрите, как это все правильно делается. Просто показываю вам, как бы вот, напоминаю, что нужно делать, да. Вот. И еще один момент, чтобы помнили, что однократная растяжка – это ни о чем. То есть приступ снять, вот сам приступ пароксизмалки, вы можете снять однократной вот этой растяжкой. Да, он снимается прекрасно. Вот. Но предупредить дальнейшее, для того, чтобы предупредить дальнейшее появление приступа, нужно вообще расслабить эти мышцы, снять с них напряжение. Это неоднократный процесс. То есть это если вы раз 10 в день будете делать, то вы за пару месяцев расслабите эти мышцы, и тогда приступов не будет. А если вы будете делать один раз в день, то, в общем, это практически ни о чем. Особенно если у вас сидячая работа, особенно если вы напрягаете там шею каким-то другим образом и так далее, так далее, так далее. Простите, сразу отвечу на вопрос. Вот Наталья спрашивает, зеленую водичку при тромбозе можно принимать? Можно. Зеленая водичка никак тромбоз не усиливает, поэтому пейте на здоровье. Вот. Про восьмую чакру я чуть-чуть попозже расскажу, Роза, ладно? Стимулируется точно так же, как все остальные чакры, по часовой стрелке, только находится она в левом подреберье. Вот, дорогие друзья, как работать с сердцем. Теперь хочу пару слов сказать про сосуды. Очень часто люди спрашивают, а как почистить сосуды? Сосуды чистить не нужно. Они не пачкаются, не загрязняются. Это очередной медицинский миф, очередная сказка про чистку сосудов. Но что бывает с сосудами? С сосудами реально бывает отложение холестериновых бляшек. Почему это происходит? Элементарно просто. Я уже рассказывал, и если хотите, если вдруг чего-то не найдете или сейчас не услышите, вы можете посмотреть у меня на Ютубе в статье про стресс. Вот. Так вот, холестериновые бляшки образуются по одной простой причине. Не потому, что у нас много холестерина, как говорят врачам и как врачи рассказывают вам. На самом деле все совсем по-другому. Холестериновые бляшки образуются из-за того, что выбрасываются в кровь сосуды гормоны стресса. То есть вот появляется стресс. Стресс – это не есть какая-то патология. Стресс – это адаптационная реакция организма, задача которой – мгновенно подготовить тело к повышенной физической нагрузке. То есть выбросились гормоны стресса, сосуды сжались, давление повысилось, пульс участился. Вот, то есть все, мышцы напряглись, все готово к тому, чтобы дать повышенную физическую нагрузку. Либо убегать от опасности, либо драться за свою жизнь. Да? У животных все так и происходит. Потому что животные, они на рефлексах. У них вся жизнь их построена на рефлексах. А человеку Творец дал право выбора. То есть помимо того, что у нас есть рефлексы, помимо этого у нас есть еще и право выбора. Вот. И вот врачи знают, может быть, слышали, и наверняка, если вспомнят, им рассказывали во время учебы, что у животных атеросклероза не бывает. То есть холестериновые бляшки не откладываются в сосудах почему-то. Но никто не знает, почему. Так вот я вам рассказываю, почему. Потому что у животных вслед за стрессом обязательно происходит физическая нагрузка, потому что смысл стресса – это подготовить организм к повышенной физической нагрузке. И животные сразу же либо убегают, либо начинают драться в свою жизнь после выброса вот этих гормонов стресса. Вот. Простите, отвечаю сразу же. Да, с 10 по 20 октября я буду в Санкт-Петербурге. Совершенно верно. Раньше не получится. Так вот, выбрасываются гормоны стресса и происходит физическая нагрузка у животных. Поэтому работающие мышцы, вот эти гормоны стресса выброшенные, отрабатывают. И эти гормоны не остаются в крови. У человека, к сожалению, есть право выбора. Либо драться, там, либо убегать драться за свою жизнь, либо убегать со всех ног. То есть, но, а можно и нет.
И получается чаще всего у человека, что вот этой физической нагрузки после стресса не происходит. Начальник вызвал на ковер, сказал всем, что он думает о нашей работе, мы обтекли и пошли работать дальше. И драться не полезли, в морду ему не дали, да, и убегать тоже не стали. И вот эти гормоны стресса, раз не произошло физической отработки, они остаются в крови. А раз они остаются в крови долго, они начинают повреждать сосудистую стенку. А в сосудистой стенке находятся факторы свертывания крови. И при ее повреждении эти факторы уходят в кровь и образуется тромбоз. Вот как. И наше тело, в отличие от врачей, это знают. Врачам этого никто не может быть, когда-то и рассказывал, но они благополучно все это забыли. И они забыли, что для того, чтобы произошел тромбоз, нужно повреждение сосудистой стенки. И оно и происходит как раз вот этими самыми неотработанными гормонами стресса. Вот как оно все. А наше тело это знает. И, соответственно, поскольку стенка наших сосудов состоит из холестерина, естественно, наше тело повышает уровень холестерина для того, чтобы мгновенно залатывать, замазывать вот эти повреждения сосудистой стенки, которые наносят неотработанные гормоны стресса. Именно вот так вот и образуются вот эти самые холестериновые бляшки. Вот. Понимаете как? То есть причиной холестериновых бляшек, то есть атеросклероза, да, то, что у нас называется атеросклерозом, является не высокий уровень холестерина, а неотработанные гормоны стресса. То есть когда человек нервничает и не дает после этого повышенной физической нагрузки. Вот о чем идет речь. Если человек будет отрабатывать каждый раз, понервничал, дал физическую нагрузку, понервничал, дал физическую нагрузку до пота, то тогда не будет высокого уровня холестерина. Почему? Потому что организм знает, что хозяин молодец, умник, умничка, и он отрабатывает с физической нагрузкой вот эти выброшенные гормоны стресса. А если тело знает, что организм, то хозяин тупой, что он нифига не делает, не дает никакой нагрузки после того, как понервничал, организм вынужден спасать самого себя. Чем? Повышением уровня холестерина в крови. Чтобы он всегда был, эта замазка была наготове, чтобы не дать помереть себе от повреждения сосудистой стенки. Вот смысл-то в чем, понимаете? А нам рассказывают атеросклероз, там, т-т-т-т-т-т. Так вот, потому что у животных они на рефлексах, у них обязательно всегда в 100% случаев после стресса происходит физическая нагрузка, они отрабатывают эти гормоны стресса, поэтому у них атеросклероза не бывает. А у человека, который не отрабатывает физической нагрузки, будет атеросклероз, когда он нервничает. То есть причиной атеросклероза является стрессовые ситуации, неотработанные физической нагрузкой. Вот как оно все на самом деле есть. К сожалению, врачам этого никто не рассказывает. И они считают, что раз высокий уровень холестерина, и он откладывается в сосудах, значит, это причиной всему этому высокий уровень холестерина. А раз так, значит, что нужно делать? Надо снижать холестерин. И что это делают? Назначают статины, то есть вещества, которые снижают уровень холестерина. Соответственно, статистика говорит, что при употреблении статинов уровень смертности на 30% выше. Вот вам, пожалуйста, показатель. Почему? Потому что мы убираем компенсацию, да? То есть высокий уровень холестерина – это компенсация для того, чтобы успевать замазывать повреждения в сосудах, которые появляются тогда, когда мы не отрабатываем, не даем физическую нагрузку. Вот смысл. А раз мы убираем компенсацию, значит, соответственно, мы ухудшаем. То есть и все, человек погибает. Вот оно как все. Поэтому постарайтесь никогда не принимать статины. И постарайтесь, самое главное, каждый свой стресс давать, после каждого стресса давать физическую нагрузку до пота. Часто люди спрашивают, а если вот нужно вспотеть, это что? А вот если я просто чаю попью и вспотею, или там в баню схожу и вспотею, этого будет достаточно? Так вот, друзья мои, говорю, нет, недостаточно. Поймите, что важно не вспотеть, важно дать физическую нагрузку. То есть физическая нагрузка отрабатывает выброшенные гормоны стресса.
Нагрузка нужна, а не пот. Пот – это только критерий достаточности вот этой самой физической нагрузки. Вот о чем идет речь, понимаете? Важно не вспотеть, важно дать нагрузку до пота. Пот – это критерий достаточности нагрузки. Вспотели – все, вы эти гормоны отработали. Вот о чем идет речь. Дорогие друзья, так вот, для того, чтобы у вас не было вот, атеросклероза, вот, для того, чтобы у вас все было хорошо, для того, чтобы ваши сосудики нормально работали, нужно обязательно свои стрессы отрабатывать физической нагрузкой до пота. Уже 100 раз повторил, очень надеюсь, что вы поняли. И еще часто люди спрашивают, а если у меня уже в крови, там, например, вот уже там сосуды забиты атеросклеротическими бляшками, что мне теперь делать? Рассказываю. Можно их убрать? Можно. Каким образом? Опять-таки у меня в Ютубе есть, так и называется, упражнение для сосудов. Или по-другому оно может называться ортоклиностатическая гимнастика. Вот. Что это такое? То есть смысл в чем? Вот для того, чтобы вот эти бляшки вымывались и замещались обыкновенной тканью, стенка, из которой состоит стенка, нужно, чтобы сосуды сжимались, расслаблялись, сжимались, расслаблялись. Тогда вот эти холестериновые бляшки, которые мешают сжатию и расслаблению сосудов, замещаются обыкновенной вот этой тканью, на которой должна быть. Как это сделать? Как сделать так, чтобы сосуды то сжимались, то расслаблялись? Элементарно просто. Вы знаете, что существует такая вещь, как земное притяжение. Да? Никто его не отменял. Вот. Так вот, раз земное притяжение существует, значит, соответственно, вся кровь, как и любая жидкость, стремится вниз. Поэтому, когда мы встали вертикально вверх, голова вверх, вверху, ноги внизу. Да? Получается, вся кровь от головы пытается оттечь к ногам. Соответственно, для того, чтобы компенсировать этот отток, сосуды в голове расширяются, то есть снижают давление, а сосуды в ногах, наоборот, сужаются, то есть не дают избытку крови притечь сюда. Если мы взяли и 20-30 секунд постояли вот в таком вертикальном положении, то кровь оттекла сверху вниз, вот. И, соответственно, сосуды здесь расширились, а здесь сжались. После этого мы ложимся на спинку и кладем ножки вот так на стену. Вот стена, и вот так вот легли, и ножки положили вверх, чтобы ноги были выше головы. Да? Но при этом не просто, чтобы вот так лежали, держали ноги, а чтобы они были расслаблены. Поэтому надо положить на стенку. Легли, голова внизу, лежит тело внизу, а ножки вверх вот так вот торчат. На стеночку положили. И 20-30 секунд подержали в таком положении. Что при этом происходит? Раз ноги выше головы, значит, кровь от ног начинает отливать к голове. Соответственно, сосуды ног, наоборот, расширяются, а сосуды головы, наоборот, сужаются. И вот такая перемена то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Головой, соответственно, вы 5-7 раз переход по 20-30 секунд в каждом положении. Вот такая зарядка для сосудов, так и называется упражнение для сосудов, оно способствует тому, что вегетативная система, вегетативная нервная система, которая управляет тонусом сосудов, она тренируется. Соответственно, сосуды тренируются сжиматься, расслабляться, сжиматься, расслабляться, сжиматься, расслабляться. И это, соответственно, стимулирует нормальное развитие и работу сосудов. И когда сосуды то сжимаются, то расслабляются, соответственно, вот эти холестериновые бляшки, которые там отложились, они вымываются. Конечно, это не мгновенный процесс. Конечно, это не за неделю все уходит, и даже не за месяц. Но реально практика показывает, что за полгода, если человек там 2-3 раза в день делает вот эти упражнения для сосудов, вот за полгода бляшки вымываются. Вот таким простым совершенно способом вы имеете возможность почистить свои сосуды от холестериновых бляшек,
если они у вас уже отложились. Но как еще раз повторяю, для того, чтобы предупредить их отложение, да, надо отрабатывать свои стрессы физической нагрузкой до пота. Вот, дорогие друзья, то, что мы сами можем сделать для того, чтобы нормально работали наши сосуды. Единственное, что здесь еще остается добавить, это то, что сосуды проходят в мышцах, да, в том числе и кровоснабжение головного мозга идет через шею. Вот. И когда мышцы шеи напряжены, сосуды передавливаются. И сейчас мы плавно переходим уже к нарушению работы головного мозга. Вот, о том, какое что бывает, и что, как и можно сделать. Вот. Но перед этим я отвечу на вопросы. Ладно? Вот. Поэтому не прощаюсь, перехожу к вопросам. Так. Почему после физнагрузки снижается температура? Наоборот, после физнагрузки обычно температура повышается. Другое дело, что если повышенная у вас температура, то после нагрузки тогда она снижается, потому что нагрузка стимулирует иммунитет. Вот. И если вы начинаете заболевать каким-то простудным заболеванием и дали физическую нагрузку, вы сразу же увеличиваете приток крови к этим органам, соответственно, усиливаете иммунитет, и организм справляется с этим заболеванием. На самом деле так, да. Как отрабатывать стресс? Какие физические нагрузки? Любые. Главное, до пота. Неважно, что вы будете делать. Можете бегать, можете плавать, можете на велосипеде, не знаю, на тренажерах, что хотите. Не принципиально. Важно, чтобы вспотеть. Нагрузка до пота. Контрастный душ поможет сосудам или нет? Контрастный душ – это альтернатива вот этому этой сосудистой гимнастике, по которой я говорю. Можно делать это с помощью контрастного душа, пожалуйста. Механизм точно такой же, но тоже 5-7 переходов, не меньше. В течение какого времени можно отрабатывать этот стресс? Еще раз говорю, критерием достаточности физической нагрузки от стресса является потливость. Если вы вспотели, все, вы уже отработали. Я слышал от родственницы, что нужно постоянно принимать статины. Пока я не знаю, что это, я не принимал. Правильно, и не принимайте, не убивайте себя. Зачем вам это нужно? Я уже объяснил, почему статины не нужны. Это искусственно, то есть это все то же самое. Это один из механизмов убийства населения. Как сейчас, кстати говоря, вот, друзья мои, кто слышит, пожалуйста, откройте уши и услышьте. Да? Сейчас, последние годы, несколько последних лет, врачей очень настойчиво, избыточно настойчиво, система учит назначать витамин D. И направо, и налево. И педиатры, и гинекологи, и терапевты всем подряд начали назначать витамин D в бешеных дозировках. Чем это плохо? Это плохо тем, что витамин D проталкивает кальций в кровь. Но кальций у нас бывает в хорошо усваиваемой форме, а бывает в плохо усваиваемой форме. Например, в молочных продуктах кальций в плохо усваиваемой форме. Так вот, витамин D проталкивает вот этот плохо усваиваемый кальций в сосуды, в кровь. В кровь он помогает попасть кальцию, но тело этот кальций не усваивает. Он не усваиваемый телом. Понимаете? Он должен выводиться через почки. Соответственно, он откладывается в почки в виде камней. Это тоже один из механизмов убийства, инвалидизации населения. Если вы принимаете витамин D, то 2-3 года и вам камни в почках просто обеспечены. С гарантией, с полной. Поэтому не попадайтесь, пожалуйста, на эту удочку. Да? Не верите в эту глупость. И врачи это делают, естественно, не потому, что они сознательно хотят вас убить. Нет, просто их так научили. И они верят тому, чему их научили. Поэтому сразу говорю, не попадайтесь на это. Не надо пить витамин D. Если вам нужен кальций, вам не хватает кальция, пейте кальций в хорошо усваиваемой форме. Это вот та самая зеленая водичка, о которой я только что 10 минут назад рассказывал. Вот как это все нужно делать. Ладно, отвечаю на вопросы дальше. Делаю поперечную растяжку, при этом стали очень болеть колени. Может, неверно делаю... Да, что-то вы делаете неправильно. Так оно и есть.
Телефон в Питере только что администратор Алена расписывала, поэтому посмотрите чуть выше. Телефон уже написан. Доктор, скажите, пожалуйста, пороки сердца, в частности, пролапс створки, можно вылечить по вашей системе? Понимаете, структурные изменения вы сами не уберете. Если пролапс связан с, он может быть связан с двумя вещами. Может быть, врожденные какие-то нарушения самой створки, да, это вы не уберете. А может быть, дистрофия миокарда, когда мышца сердца атрофируется, то тоже может возникнуть пролапс. Потому что завязано же это тоже на мышцу. Вот это вы можете помочь. То есть нужно восстановить сократительную способность миокарда. Делается это первым восстановлением питания, во-вторых, улучшением притока крови, и в-третьих, это физическое постепенное увеличение физических нагрузок. То есть чтобы мышца была сильной, она должна работать. Да? Никогда ни мышца не будет сильной, если вы ее не нагружаете. Это относится полностью к сердцу тоже. Поэтому для того, чтобы мышца сердца была сильной и хорошей, нужно его нагружать. Только единственное, напоминаю, ограничить не сразу все. Да? Не должно быть сразу большой повышенной нагрузки. То есть нагрузка должна быть без перегрузки. Если сердце дохлое, его нужно нагружать очень-очень-очень постепенно. Вот это имейте в виду, чтобы не получить инфаркта. Простите, каким образом убираются бляшки. Но, Лариса, я не буду для вас повторять. Посмотрите запись вебинара и сами все услышите. Если есть тромбы, можно так отрабатывать? Нет, тромбы к этому отношения не имеют. Тромбы, как я уже сказал, образуются при повреждении сосудистой стенки. Тогда только факторы свертывания крови попадают в кровь и образуются тромбы. Поэтому, чтобы не было тромбов, нужно предупредить повреждение сосудистой стенки. Смысл именно в этом. Что делать, если мой организм очень редко потеет? Я устаю раньше, чем появляется пот. Посмотрите, здесь может быть у вас дисбаланс энергетический. Почему? Потому что вегетативная нервная система завязана на энергетику. Поделайте у меня, посмотрите, в Ютубе есть ролик, называется «Балансировка энергетики». Вот поделайте вот эти упражнения. Майя, добрый день, я тоже рад вас видеть. Упражнение «Золотой петух» – замечательная отработка стресса. Нет, нет, Ираида, «Золотой петух» не отрабатывает стресс. «Золотой петух» учит головной мозг слышать, слушать тело, да. Но к отработке стресса никакого отношения это не имеет. Не путайте одно с другим. Доктор, при эмболии тоже можно таким образом улучшать и чистить сосуды? Нет, нет. Эмболия, как и тромбоз, к этому отношения не имеют. Это все совсем другое. Там совершенно другие механизмы. Повторите, пожалуйста, зеленая вода из чего? Из травы, из листвы или из хвои? Пожалуйста. Евгений Николаевич, как вы считаете, нитраты полезны для сосудов и для сердца? Ну, насколько я помню, нитраты являются теми веществами, которые отравляют нас. Да? Вот. И наоборот, сельхозпродукцию стараются не поливать нитратами, чтобы она была полезной. А та, которая полита нитратами, она является вредной. Насколько я помню, это так. Поэтому думаю, что нет. Как восстановить утренние часы от 35? Не пойму, о чем идет речь. Сколько раз в день можно активировать энергию? Сколько хотите, чем чаще, тем лучше. Но еще лучше не просто крутить чакры, да, а постепенно, если есть возможность, увеличивать физическую активность. Только еще раз говорю, постепенно. Какова причина резкого учащения пульса без нагрузки? Чаще всего, если нет нагрузки, а пульс учащается, то причиной является слабость миокарда. То есть дистрофия миокарда. У меня всегда высокий холестерин. Что-то не пойму, где. Куда мы? А,
А, вот у меня всегда высокий холестерин, не пью статин, занимаюсь спортом, питаться стараюсь меньше углеводов. Углеводы к этому отношения не имеют, Лариса. Нужно просто отрабатывать свои стрессы. Видимо, очень много нервничаете, поэтому холестерин высокий. При остеопорозе витамин D необходим? Нет, я уже сказал, что остеопороз лечится как раз вот этой самой зеленой водичкой. Не нужно принимать витамин D с какими-то кальциевыми добавками, потому что, как правило, тот кальций, который выпускается с витамином D, он является плохо усваиваемым. И, соответственно, тоже просто создает камни в почках. Лучше пейте зеленую водичку, толку от этого будет во много раз больше. После инфаркта пить статины, чем их можно... Их ничем заменять не надо, их просто нужно отказаться от них. Статины к инфаркту отношения не имеют. Мы уже... Вот когда посмотрите вебинар, который был позапрошлую среду, когда мы говорили про сердце, когда вот связь нарушилась и все, я там подробно рассказываю как раз про механизм, каким образом развивается вот эта сердечная недостаточность, то есть гипоксическая, гипоксия миокарда, каким образом. Я там подробно-подробно все это дело рассказал. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Сейчас просто, чтобы уж не повторяться, все об одном и том же. Можно ли отложить на несколько часов отработку стресса? Можно, но чем быстрее вы их отработаете, тем менее долго будут у вас повреждаться сосуды, тем меньше повреждений сосудов будет. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Как предотвратить приступ мерцания председателя? Ну, наверное, миокарда имеется в виду. Здесь то же самое, вот о чем я говорил, это проработка брюшной аорты и кормление сердца вот этой самой зеленой водичкой, где все микроэлементы и улучшение притока крови, вот, то есть активация кровоснабжения. Может ли физнагрузка до пота и упражнения с поднятием ног помочь при полинейропатии? Нет, к полинейропатии, то, что я уже сказал, отношения не имеет. Но сразу хочу сказать, что, к сожалению, у нас в 90% случаев диагноз полинейропатии ставится необоснованно. Вот, и до сих пор я реально видел, ну, может быть, один или два раза, может быть, за всю свою жизнь реальную полинейропатию. Чаще всего то, что называют наши врачи полинейропатией, никакого отношения к этому заболеванию не имеет и, соответственно, поддается несложному лечению. Упражнения по укреплению сосудов могут вызвать отрыв тромба? Нет. Но, во-первых, если есть склонность к тромбообразованию, нужно убрать причину. Да? Вот это самое-самое-самое главное, самое первое. Вот. Не допустить тромбообразованию. Это основное. Вот. А потом уже тогда, да, потом уже отрабатывать упражнения. Вредно ли МРТ головы с контрастом, чтобы выявить, был ли микроинсульт и состояние сосудов? Вот просто так никакие исследования делать не надо. Это очередная глупость. Вот. Подскажите, упражнение для сосудов поможет при эпилепсии? Нет. При эпилепсии упражнения для сосудов не помогут. Совершенно другое. Сказал. Про бляшки сказал. Так. Вроде все, да? Какова причина головокружения? Причина головокружения является недостаточное кровоснабжение головного мозга. Возможно ли вылечить прогрессирующий надъядерный паралич? Надо смотреть причину, не знаю. Когда-то, может быть, возможно, когда-то нет. Чего-то клапанов аорты и коронарных сосудов. Я пью воду зеленую из одуванчика, перей и лопуха. Скажите, правильно ли это? У меня последняя стадия остеопороза. Вполне пойдет вода из этих трав. Евгений Николаевич, подскажите, пожалуйста, как и чем можно повысить нижнее давление, если оно 55, а верхнее 130? Элементарно просто рассказываю по поводу давления. Все несложно совсем. Верхнее давление у нас определяется силой выброса, силой сокращения миокарда, да? А нижнее давление определяется тонусом сосудов.
Соответственно, то, что повышает тонус сосудов, то есть спазмирует сосуды, сжимает сосуды, да, это повышает нижнее давление. То, что расширяет сосуды, это понижает нижнее давление. Мы говорили, что симпатическая система сосуды расширяет, парасимпатическая нервная система сосуды сужает. Парасимпатическая система – это аналог инской энергии, то есть стимулируется левая точка ХГУ, вот склад, конец складочки между первым и большим пальцем на левой руке, а правая точка ХГУ, конец складочки между первым и вторым пальцем на правой руке – это янская энергия. Да? Янская вот, на правой, если массировать, расширяет сосуды, то есть снижает давление нижнее, а левая рука, соответственно, повышает давление, то есть сужает сосуды. Вот как все устроено. Что вам нужно, то и делайте. Могут ли сосудам быть больно? Могут, потому что в сосудистой стенке тоже есть болевые рецепторы. Но реально сосуды могут болеть только при воспалении сосудов. Например, вот варикоз боли не дает, варикоз без боли проходит. А вот тромбофлебит, то есть воспаление, может давать боль именно сосудистого характера. Так оно и есть, да. Тамара, еще раз говорю, надо не липовый чай пить от холестерина, не надо снижать холестерин, надо отрабатывать физической нагрузкой до пота свои стрессы. Вот о чем идет речь. Ладно, дорогие друзья, мы уже заговорились, давайте переходим, наверное, сейчас немножечко головной мозг. Основной проблемой головного мозга, которая встречается очень часто и которую реально вы сами можете решить, несложно совершенно и не хитро, является нарушение кровоснабжения головного мозга. Вот это самая-самая основная большая проблема. Каким образом получается, что головной мозг нарушается его кровоснабжение? Потому что кровоснабжение головного мозга идет через шею. Вот. То есть сосуды, которые кровоснабжают головной мозг, проходят через шею. Вот. И два из них, позвоночные артерии, проходят прямо в телах верхних шейных позвонков. Вот. Соответственно, когда мышцы шеи напрягаются, они все прикрепляются к позвонкам. Вот. Они сжимают позвонки, и позвонками передавливаются вот эти самые позвоночные артерии. Нарушается кровоснабжение головного мозга. За счет чего? За счет мышечного напряжения мышц шеи. Как узнать, напряжены мышцы шеи или нет? Элементарно просто. Две вещи. Первый момент. Посмотрите, что вас беспокоит. Если у вас начались нарушения сна, это признак недостаточности кровоснабжения головного мозга. Если у вас снижается память, стали все забывать, это признак нарушения кровоснабжения головного мозга. Если у вас появились проблемы с глазами, это может быть катаракта, это может быть глаукома, это может быть отслойка сетчатки, это все признаки недостаточности кровоснабжения головного мозга. Если у вас появился шум или звон в ушах, это тоже признак недостаточности кровоснабжения головного мозга. Вот по этим симптомам уже можно заранее сказать, что у вас нарушилось кровоснабжение, уже нарушается кровоснабжение головного мозга. Пора заниматься своей шеей. И второй вариант, как вы можете узнать, элементарно просто, по фотографии. Подойдите к зеркалу и возьмите свою старую фотографию, свою детскую, юношескую, в молодом возрасте фотографию и посмотрите на длину шеи. Если сейчас у вас шея в 1,5-2 раза короче, чем в юности была, да, уже показатель того, что у вас вот это все напряжение. Почему укорачивается шея с возрастом? Потому что напрягаются эти мышцы, и они сжимают позвонки друг с другом, и шея становится короче. Вот как можно узнать, есть у вас эти проблемы или нет. Совершенно несложно, согласитесь. А как убрать, вот, восстановить приток, достаточный приток крови головному мозгу? Элементарно просто.
напряжение вот это возникает из-за напряжения вот этих боковых мышц шеи и задних мышц шеи. Именно они нарушают, сдавливают позвонки и нарушают кровоснабжение головного мозга. Вот как просто. Вот. Соответственно, что нужно сделать? Нужно расслабить эти мышцы. Как это делается? Помните, мы говорили, есть растяжка для боковых мышц шеи, есть растяжка для задних мышц шеи. Ну, не поленюсь, сейчас вам покажу еще раз. Если кто чего-то пропустит, не заметит, не поймет, говорю сразу, в Ютубе все есть. И в школе здоровья у нас тоже все есть. Можете в школу зайти, там посмотреть растяжки для мышц шеи. Можете в Ютуб, там на «Исцеляйся сам», по-моему, «Тайна гармонии» тоже есть. Посмотреть там, как делаются растяжки мышц шеи. Вот. Неважно, зайдите и посмотрите. Все там есть. Значит, показываю. Задние мышцы шеи расслабляются следующим образом. Нужно сесть. Обязательно облокотиться, откинуться спиной на спинку, да, расслабиться. Голову повесили вперед, так, чтобы она не вверх вот так торчала, а вот так вперед висела. Да? Вот она. Вот. Чем ниже она будет вперед висеть, если она будет вот так стоять, толку будет мало. Нужно, чтобы она висела. Вот сядьте так, чтобы голова вот так была, висела вперед. Расслабились. Ручки взяли в замок, зацепились. Да, друг за друга, чтобы пальчики не распадались. И просто повесили руки на голову. Никакого давления. Голова висит, а руки просто лежат. И под тяжестью рук и тяжестью головы, соответственно, голова начинает опускаться, вот руки висят. И потихонечку под весом тела вот эти мышцы задней поверхности шеи расслабляются. Не меньше 2 минут нужно просидеть в расслабленном положении, в таком положении. Вот. После этого руками взять, поднять голову, поставить ее вертикально. Руками. Почему руками? Потому что если вы просто будете поднимать голову, то вы будете напрягать те мышцы, которые вы только что расслабили. Поэтому обязательно не надо их напрягать. Надо опять руками взять и поставить. Чтобы расслабить боковые мышцы шеи, вот опять сели, развалившись, да, и голову просто повесили в сторону, да, вот наклонили вот так в сторону. Вот она свободненько висит в сторону. И взяли эту же руку, которую, в сторону которой наклонили голову, взяли и просто положили на голову. Опять тяжесть руки и тяжесть головы, они просто висят, рука не давит. Другую руку повесили, чтобы она висела свободно. Вот, вот таким образом растягивается боковая мышца шеи. Тоже 2-3 минутки, не меньше. Посидели. После этого взяли опять руками, наклонили голову в другую сторону и то же самое сделали с другой стороны. Вот таким образом растягиваются, расслабляются мышцы шеи. Эффект, если вы правильно сделали, сразу же. Вот даже сейчас вам я показал, несколько секунд всего, а прямо сразу чувствую, пошла кровь к головному мозгу. Прямо перед глазами все посветлело. Вот так просто это все делается. Единственное, что нужно помнить, что это не разовая процедура. Да? Если вы один раз это сделаете, это ни о чем. Если вы накопили вот эти напряжения, вам нужно минимум раз 10 в день их расслаблять, эти мышцы. Тогда вы приведете свою шею в порядок, она у вас опять станет длиннее, восстановится приток крови к головному мозгу, и все проблемы уйдут. Ну, реально по времени, это если вы раз 10 в день делаете, ну, это ну, максимум 2-3 месяца, а может быть быстрее. Вот, вот как все просто решается вот эта проблема. Единственное, что здесь хочу добавить, то, что... Вот чем отличается головной мозг и сердце от других органов? Мы говорили, что всем органам для работы, для того, чтобы любой орган работал, требуется энергия. Да? Мы говорили, надо активировать вот эти самые энергетические центры. Но головной мозг и сердце, в отличие от других органов, работает только на высокочастотной энергии, то есть на позитиве, на радости, на радостных эмоциях, на
на чем-то хорошем, да? Высокочастотная энергия им нужна. И вот для того, чтобы снабжать именно высокочастотной энергией этих органов, у них тоже есть, да, у головного мозга вот здесь энергетический центр, у сердца вот сердечный энергетический центр, да, они есть. Вот. Но они снабжают не только головной мозг, да, и сердце, они снабжают энергией все органы соответствующих отделов. А вот для головного мозга и для сердца есть специальная, называется восьмая чакра, восьмой энергетический центр, который находится в левом подреберье, вот здесь, под ребрами слева, вот, примерно в области селезенки. И вот он как раз снабжает головной мозг и сердце именно высокочастотной энергией, радостной. И для того, чтобы они нормально работали, обязательно нужно активировать вот этот самый восьмой энергетический центр. Обязательно. Поэтому особенно людям, у которых уже был либо инфаркт, либо стенокардия, прединфарктное состояние, либо прединсультное состояние, либо инсульт, обязательно не только четвертый и шестой центр, но и восьмой в левом подреберье активировать тоже нужно. То есть не забывайте, что помимо кровоснабжения прямой, то есть прямого расслабления сосудов, которые кровоснабжают эти органы, нужно обязательно еще активировать энергетику, потому что энергия на уровне физического тела – это и есть кровь. И никогда вы, если недостаточно энергии, никогда вы не получите достаточного кровоснабжения. Вот это нужно помнить и четко себе представлять. Вот, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Так, опять давайте на вопросы. Детям можно делать растяжки мышц шеи? Можно, но детям обычно это не нужно. Мало кому из детей нужно. А вот взрослым уже накопились вот эти напряжения, уже нужно. Воспаление сосудов чем можно лечить, кроме растяжек? Растяжками вы воспаление сосудов не вылечите. Воспаление сосудов просто так не возникает. Нужно искать причину и, соответственно, убирать причину. Сосуды редко воспаляются. Вот, но бывает такое, да. Делаю МРТ, сказали, не рабочие сонные артерии, вилизии в круг, как помочь мозгу улучшить кровоснабжение. Я уже сказал, расслаблением вот этих мышц. Именно это и надо сделать. При повышении верхнего давления урежается пульс с 55 до 50 и даже 40 ударов. Нижнее давление, как правило, не повышается, остается на уровне 65-75. На самом деле это показатель того, что вы, видимо, спортсмен, занимаетесь физической нагрузкой, и когда давление, то есть сердце повышает давление, соответственно, достаточно кровоснабжается тело, идет выброс крови достаточный, и смысла учащать количество сердечных сокращений нету. Поэтому, ну, в общем, все нормально. Это показатель хорошего, сильного сердца. Я снизил холестерин, когда стал есть соленое сало. Не копченое, не вареное, а живое сало, просто соленое. Удивительно, но факт. Тамара, здесь принцип очень простой. Задача не снижать холестерин, еще раз говорю. Задача снимать свои стрессы, отрабатывать их. 85% холестерина вырабатывается в нашей собственной печени. Вот. И уровень холестерина в большей степени зависит не от того, что вы едите, а от того, сколько вы нервничаете. Поэтому, скорее всего, что вы просто стали меньше нервничать, и за счет этого снизился уровень холестерина, а не потому, что вы стали есть другое сало вместо того. Можно ли вылечить эпилепсию? Я уже рассказывал, что эпилепсия – это принадлежит к группе большой психиатрии, то есть психиатрических заболеваний. Вся группа большой психиатрии вызывается, и эпилепсия в том числе, вызывается подселением. И это заболевание можно вылечить, для этого надо изгнать вот эту подселившуюся сущность. Вот, то есть найти кого-то, кто умеет изгонять, тогда это можно сделать. Уважаемый доктор, огромная благодарность вам за добро, человек. На здоровье благодарю. Евгений, спасибо. Не подскажешь, как название? Название чего? Ну,
Ну, или у доктора есть ролики в YouTube по приготовлению зеленой водички. Ну, зеленая водичка на самом деле готовится легко и просто. Берется либо трава, либо листва, либо хвоя. Набирается две горсточки. Две горсточки – это жменька. Да? Кладется все в стакан, заливается стаканом воды. Блендером размалывается все это в однородную кашу. Потом отжимается. Да, и вот жмых можно выбросить, а вот эту зеленую водичку выпивается. Именно там будет кальций в хорошо усваиваемой форме. И буквально 2-3 месяца приема вот этой зеленой водички лечит остеопороз. Легко и просто. А какой коллаген лучше пить? Жидкий или в таблетках? Глупость. Ни тот, ни другой. Надо есть мясо. Можно не обязательно мясо, можно рыбу. Можно любую траву смешивать, из аптеки можно. Лучше не из аптеки, потому что в аптеке продаются сухие травы. А возьмите на лугу, нарвите свеженькой травы. В сухой траве этого нету. Если сердце убито нашей медициной, расширены все отделы сердца и поставлен диагноз хронической сердечной недостаточности, может ли ваша методика помочь? Элементарно просто. Нужно просто-напросто начать потихонечку, очень постепенно давать физическую нагрузку. Притом активировать энергетику, естественно, и постепенно-постепенно расширять физическую активность. Очень постепенно. Тогда вы имеете возможность привести свое сердце в порядок. Ну и, конечно, постепенно нужно отказаться от медикаментов, потому что они тоже убивают сердце. Если постоянно хочется спать, с чем это может быть связано? Это связано только с одним, с недостатком энергии. Мерцательная аритмия способствует образованию тромбов. Аритмия никакого отношения к тромбозу не имеет. Чтобы появился тромбоз, должно быть повреждение сосудистой стенки. По-другому не бывает. У ребенка киста в голове, от чего 5 лет, не знаю, я не гадалка, не могу сказать, не знаю. Дайте совет, что делать при закальцинированной брюшной аорте. Опять-таки перестать употреблять витамин D, перестать нервничать, потому что эта кальцинация – это опять-таки последствия стрессов, отрабатывать свои стрессы, делать упражнения для сосудов и обратиться к ресторанщику, чтобы проработал брюшную аорту. При эпилепсии головокружения в чем лечиться? Насчет эпилепсии я сказал, это нужно отрабатывать подселение. Вот. А насчет головокружения, головокружение – это недостаток притока крови к головному мозгу. Соответственно, нужно расслаблять мышцы шеи. Так. Что еще? Ставят диагноз полинейропатии, по фактурне есть отек ног. Какой может быть диагноз? Не знаю, вот, Татьяна, мне нужно, чтобы вы пришли, я вас посмотрел, тогда о чем-то можно говорить. Вот так на расстоянии я не знаю, что у вас за диагноз. А у левшей наоборот, я не знаю, что наоборот. Ну вот, дорогие друзья, что здесь понятно. Давайте дальше пойдем. Вот хочу рассказать, хочу зачитать отзыв. Татьяна, 52 года. Около 30 лет работаю в детском саду воспитательницей. Работа непростая, за детьми нужен глаз да глаз и, конечно, постоянные нервы. Это сказывается на здоровье. В последнее время начало беспокоить сердце. Обратился к врачам. Они только указывают на возраст и выписывают таблетки с большим списком побочных эффектов. Уже столько денег было потрачено на бесполезные таблетки, но других вариантов мне не предлагали. А проблема со здоровьем не решалась. И как-то разговорилась со знакомой на тему здоровья. Она рассказала про упражнение доктора Божьего, которые помогли ей и мужу. А я полезла в интернет, внимательно изучила, что он рассказывает в школе, и решила туда записаться. В итоге, благодаря советам, рекомендациям, упражнениям, которые дает доктор в своих уроках, я чувствую себя отлично, сердце меня больше не беспокоит. Большая благодарность доктору. На здоровье. Вот. Приглашаю вас, друзья, на курс «Здоровое сердце и сосуды».
сохраните здоровье сердца и сосудов благодаря совершенно простейшим упражнениям. Вот. Курс «Здоровое сердце и сосуды» подойдет вам, если вы испытываете такие проблемы, как скачки давления, варикоз, отеки, головные боли, инсульт или инфаркт перенесли, или прединсультное или прединфарктное состояние, слабость, и вам больше 50 лет, и вы желаете поддержать свое сердце. На курсе «Здоровое сердце и сосуды» мы разбираем, как работает сердечно-сосудистая система. Что делать, если уже есть признаки болезни сердца? Вы научитесь оказывать первую помощь в ситуациях, когда нет рядом врача. Это может спасти даже ваших близких. Как питать, очищать и защищать сердечно-сосудистую систему? Поговорить про заболевания и ресурсы сердечно-сосудистой системы. Содержание курса «Здорового сердца и сосудов». Это 9 видеоуроков с теорией и практикой, и 2 вебинара и мастер-класс. Значит, там мы разбираем, как устроено наше тело, работа сердца, значение сосудов, заболевания сердца, упражнения, заболевания сосудов, упражнения для сосудов, инфаркт, инсульт, 2 вебинара про инфаркт, инсульт и про разжижение крови и мастер-класс висцеральный самомассаж. Вот что туда входит. Вот отзыв нашей читательницы, слушательницы Екатерины, 63 года. С возрастом начала страдать социальной гипертонией, давление выше нормы, головная боль, усталость постоянно. Врач выписывал таблетки, которые убирали это лишнее время. А потом все начиналось сначала. Привыкла уже к тому, что ситуацию не исправить. И тут дочь рассказала мне про доктора Божьего, что он делает растяжки, что отзывы о нем положительные, предложила мне тоже по его методикам лечиться. Отнеслась скептически, так как считала, что в интернете ничего путевого нет. Но дочь уговорила меня и записала в школу. Я делала все, как говорит доктор, в своих уроках. Всего за 3 дня мне стало намного лучше. Постепенно я даже отказалась от таблеток, за что очень благодарна доктору Божьему. На здоровье! Вот. Значит, курс «Здоровое сердце и сосуды» по тарифу самостоятельный вообще стоит 13 тысяч, по тарифу с поддержкой стоит 19 тысяч, по тарифу с персональной стоит 59 тысяч. Но, естественно, как обычно, мы для участников сегодняшней нашей онлайн-встречи условия существенно улучшаем, делаем огромные-огромные скидки. И для тех, кто сейчас у нас сегодня присутствует на нашем вебинаре по тарифу самостоятельный, вы можете приобрести этот курс «Здоровое сердце и сосуды» всего за 5900, по тарифу с поддержкой всего за 8900, а по тарифу персональный всего за 28900. Вот. Ну и, конечно, при покупке мы еще даем вам бонусы. Курс «Как избавиться от проблем в суставах» самостоятельно, урок «Стресс и атеросклероз» и урок «Лечение пищеварительной системы» мы тоже вам подарим. Но и это еще не все. Рад вам представить и пригласить на новый курс, который называется «Здоровый мозг». Как сохранить и поддерживать здоровье для важного для благополучной жизни органа нашего тела. На курсе «Здоровый мозг» мы рассматриваем такие темы. ДЦПЦ, детский церебральный паралич и нарушение условий работы головного мозга, травмы головного мозга. Рассказываем про память, от чего она зависит, про кровоснабжение головного мозга. Разбираем, как восстановить нормальное кровоснабжение головного мозга. И рассказываю про упражнения для стимуляции и нормализации работы головного мозга. Для слушателей нашего сегодняшнего вебинара всего 3 дня скидка на этот курс, на новый курс «Школы здоровья. Здоровый мозг». Вы можете его приобрести всего за 1990 рублей. Значит, как произвести оплату? Выбираете тариф в форме под вебинаром. Те, кто смотрит вебинар на YouTube, нужно перейти по ссылочке, которую вам отправляют в чат. Вводите свой номер телефона для связи, нажимаете кнопочку «Участвовать».
затем выбираете удобный способ оплаты, их много, и далее следуете и по инструкции. Самое удобное – это оплата картой. Вам на почту приходит письмо с доступом к курсу, а также инструкция для входа в случае, если вы потеряли пароль. Если возникают какие-то проблемы, пишите по указанному телефону, и наши менеджеры вам помогут. Важно, чтобы вы получили результат. Ведь наша школа здоровья не просто серия лекций. Здесь весь упор делается на вашу практику, практическое применение тех знаний, которые мы вам даем. Итак, напоминаю еще, сегодня для всех, кто сегодня участвует, мы делаем скидку специально на курс «Здоровое сердце и сосуды». Итак, по тарифу самостоятельно вы можете приобрести всего за 5900, по тарифу с поддержкой вы можете всего за 8900 приобрести и по тарифу персональный всего за 28900. И еще раз говорю, новый курс школы здоровья «Здоровый мозг». Опять-таки для вас в ближайшие 3 дня всего за 1990 рублей. Ну и пока вы вносите оплату, я отвечу еще на оставшиеся вопросы. Вот в случае, если вы не готовы сразу оплатить всю сумму, наш партнер Банк Тинькофф может предоставить вам рассрочку от 3 до 24 месяцев без переплаты. При оплате надо выбрать вариант ProDamus и нажать кнопку «Выбрать способ оплаты». Выбираете способ оплаты рассрочку от Тинькофф на срок от 3 до 24 месяцев и далее следуйте инструкции и ожидайте одобрения заявки. Мы даем вам 100% гарантию, что если в течение недели после оплаты курса вы поймете, что он вам не подходит, мы вам возвращаем полностью всю сумму, которую вы заплатили. Ну и так, если какие-то вопросы здесь еще есть, давайте сейчас попробуем, я попробую на них ответить. Так, где они? Вижу. Вот. Иногда всю ночь невозможно заснуть, отсутствует сонливость. Это вот и есть как раз признак недостаточности кровоснабжения. Ольга, на здоровье. Не совсем понятно, почему вреден прием витамина D и кальция, почему откладывается в почках. Чем заменить витамин D и кальций, кроме зеленой водички? Еще раз объясняю. Витамин D бывает в разной, то есть кальций бывает в разной форме. Да? Бывает форма, которая усваивается, бывает форма, которая не усваивается. Вот то, что дается, там, например, кальций D3 никомет, да, вот подобные сочетания, это витамин D и кальций в плохо усваиваемой форме. Эти препараты, что делает витамин D? Он проталкивает кальций в кровь, чтобы он всосался в кровь. Он не помогает ему усваиваться, он помогает его попасть в кровь. Но если этот кальций неусваиваемый, да, то он и не может усвоиться нашим телом. Соответственно, все, что находится в крови, но не может быть утилизировано нашим телом, должно выводиться. Выводится все это через почки. И вот этот кальций в плохо усваиваемой форме выводится через почки. И, соответственно, в почках откладывается в виде камней. Вот о чем идет речь. Поэтому надо не кальций D3, не комет пить или витамин D пить для того, чтобы усваивался вот этот плохо усваиваемый кальций. Он не усвоится все равно. Вот. Не надо забивать себе кальцием почки, а нужно пить кальций в хорошо усваиваемой форме. Вот кальций в хорошо усваиваемой форме находится в зелени. Вот в чем, о чем идет речь. Надеюсь, теперь вы уже поняли. Листья для зеленой водички с любых деревьев, кустарников подойдут? С любых, ну кроме ядовитых, конечно. А на МРТ показало, что внутренняя тревожность в груди от недостатка энергии. На здоровье. Если все время хочется спать... Вы сказали, не хватает энергии, а как с этим бороться? Самый простой способ – это активация энергетических центров, а самый лучший способ – это активация физической активности. То есть начните физически чем-то заниматься.
Это лучше, самый лучший способ. Зеленая водичка зимой проблема. Зеленая водичка зимой не проблема, если вы немножечко летом о себе позаботитесь. Элементарно просто. Сейчас во всех холодильниках огромные морозильные камеры. Наберите зеленые вот этой вот травки летом. Вот разложите по вот таким пакетикам, вот такими кучками, по две горсточки, да, вот, и бросьте в морозилку, заморозьте. И тогда вы всю зиму сможете каждый раз достали и взяли, блендером размололи, и все, получили зеленую водичку. Элементарно просто. И тогда всю зиму будете с зеленой водичкой. На МРТ показало кистозно-глиозные изменения мозга. Что нужно сделать, чтобы они рассосались? Я не знаю, что можно сделать, чтобы рассосались, но чтобы дальше они не увеличились, не появлялись, нужно восстановить приток крови к головному мозгу. Потому что это все признаки недостаточности кровоснабжения головного мозга. Сколько времени может храниться зеленая вода в холодильнике? Зеленую воду вообще хранить дольше 2 часов нельзя. Ни в холодильнике, ни вне холодильника. Ее надо выпивать сразу же, как только сделали. Поэтому не делайте больше, чем 1 стакан. 1 стакан сделали, выпили, все, на завтра делайте заново. А если эндокринолог настаивает на приеме витамина D3? Любовь, элементарно просто. Есть эндокринолог, которого научили. Есть вы. Вы у себя одна. Я всегда говорю, у врача пациентов 1000. 2-3 десятка сдохнет, врачу только легче работать будет. Они, естественно, делают и работают так, как их научили. Их научили назначать витамин D и настаивать на его употреблении. Они так и делают. А вы у себя одна. Простите, хотите, пожалуйста, действуйте в угоду своему эндокринологу и травите себя как хотите, убивайте свои почки напрочь. Это ваше решение. Вы имеете полное право либо жить, либо умереть. Имеете право делать, как вы хотите. Энцефалопатия головного мозга как лечится? Чаще всего энцефалопатия возникает как раз из-за недостатка притока крови. Соответственно, и лечится она восстановлением притока крови, то есть расслаблением боковых и задних мышц шеи. Ну ладно, друзья мои, вроде в основные вопросы все ответил. Если где-то что-то не ответил, ну вы уж меня простите. Вот, хочу вас поблагодарить за участие в сегодняшнем вебинаре. Вот, пожелать вам здоровья, пожелать вам восстановить, если уже нарушена, работу своего сердца и своего головного мозга, или их кровоснабжение в будущем, если еще пока все в порядке. Вот. Благодарю вас, всего вам доброго, будьте здоровы и до встречи в следующую среду. Пока-пока.